И сегодня мы будем делать с вами историю про человека за окном. Сначала вам понадобится в предметах, где сундучок, нажимаем на сундук, стол. Стол у нас стоит вот тут вот. Малыш. Приготовьте малыша. Это у вас может быть кто угодно. Мой, вот папа у меня, это яблоко. На столе будет стоять. Нет уж. На столе не пойдет. Нет. Вот так вот. Так-то лучше. Теперь вам понадобится еще один персонаж. Ну, у меня оранжевый. Это человек за окном. Вот этот вот блок, это типа окна. Я больше ничего не могла придумать. Вот. В принципе, компьютер может тут будет стоять. Тут компьютер. Ну и, допустим, яблоки лежать. Обгрызанные. Ну, вот так вот. Стол должен обязательно. Когда вы доделали каморку с человеком вот за окном, вы видите, кто это у меня. Оранж. Заходим в вот такие. В шестеренку, короче, за одним механизмом. Вот и оно. Оно должно стоять. Минуту. Оно должно стоять под столом. Значит, мы сначала берем, ставим вот это. И вот это вот под стол. Теперь это нужно вниз к столу. Ну, обратно, то есть зайти. И надо, чтобы главное, чтобы ящик, чтобы это подбирало такие вот палочки. На самом деле вот так. И да. Вот это, если у вас не помещается, возьмите только колесо. И установите стол. Когда вы установите стол, поставьте на стол компьютер. Вот, как я вам показывала. Ну и обрезки. Такие вот. Ну и самые последние. Вот так. И вот эти вот персы, как обычно, вот это. У меня вот такие вот персонажи, это красный и желтенький кукурузик. Красная яблочко и желтенький кукуруза. Ну что ж, а мы пока начинаем. Вот эти вот яблоки, я стучу пока по ним, они должны быть они должны быть именно в кучу, потому что больше никак их там не сложить. Типа вот, около этого человека за окном поставьте, ну, раскидывайте арбузы, ну, яблоки, арбузы, все, что красное. Ну, хотя бы брызги какие-нибудь. Желтый, там оранжевый, красный. Так вот, мне еще понадобится много-много арбузов. Так вот, вот эти вот арбузики мы разбиваем. Вот так вот разбиваем. Теперь берем новый. Ну, надо много около окна крови. Поэтому я беру именно арбузик, потому что он большой такой, и надо еще вот так вот. И, ну, это будет типа мясо, как бы. Это будет как бы мясо. Там моя сестра просто приходила, не переживайте. Вот, ну... С этого момента мне нужно взять
Где же он? Сейчас найду. Гиря. Вон она. И скатить на арбузы. Конечно, ничего не происходит, но когда их разбить, они сразу должны, по принципу, да, ломаться. А этот не сразу, да, со второго. Обычно большие куски со второго ломают. Ну, готово, вот такое вот должно быть. Нет, тут будут яблоки лежать, типа, ну вот. Дальше у нас с вами такая миссия. Вот здесь вот, вот в таком вот месте. Мы должны разместить вот такие вот большие ящики. На самом деле нет. Зачем нам эти ящики? Я короче, сейчас... Нам нужно убрать все, что было. Потому что, смотрите. Сейчас мы покажем вам, из чего это нужно делать. Ну, вы наверняка догадались, что вот это. Это у нас окно. Надо повыше его делать. Повышенное, потому что человек за окном не всегда помещается. Вот двойные блоки. Ну и слоечка. Слойка, конечно же. Вот такие. Вот. Блоками. Готово. Теперь достаем нашего персонажа. Оранж. Вот так вот. Теперь надо переменять. Вот это будет у нас теперь папочка. Это мальчик. Надо зайти вот в одежду. Папа одет у нас в такую пышную одежду с такими. Вот, а малыш одет в такой подвязке, с кепкой, с вот такой футболкой, ну и с этим. Ну, ботинки у него тоже могут быть разными, поэтому пусть оденет мои. Борода. Прикольно. Ну что ж, вот эти вот мы одели, вот этих. Как я говорила, надо их подальше, потому что если их недалеко, то сразу будет заметно, что там у них окно. Столик в ящик наверх. Берем стол, компьютер, можно яблоки, можно тыкву, можно арбуз, можно кукурузку, ну и так далее. Я накидала опять таким вот способом. Колесо я уже не хочу. Потому что под стол тоже гири можно. Это подпор как бы. Ну все, вот такие вот. Вот таким вот образом у нас получается стол с гирями. Потом, если вы захотите их раздеть, то можете раздеть. Можете просто вот этих, вот это вот. Ну, короче, если вы уберете вот это все, то вот так вот можете просто. Они у меня будут раздетыми, но есть одно но. Они будут вот такими только всегда теперь. Ну, если вы захотите, потом снова можете одеть. И вот. Ну, как вы уже поняли, мне нужен компьютер. Только не в ту сторону. Вот так. Ну и накидаем там кукурузочек, яблочек там, ну яблочек там. Одно яблоко свалилось прямо на ногу моего персонажа. Ну, короче, можно сделать так. Ну, компьютер тоже повалился. Ну, ничего, будет вот так вот. Короче... Теперь мне все заново нужно будет доставать. Вот столик у нас. Ну, и компьютер у нас.
Вы поняли, потому что если у вас это развалится, то вам не повезет, потому что вам все это собирать заново будет. Придется, короче. Подпорка. Ну и одно я покупала. Вот так вот. Ну ничего, сейчас будет. Опять все развалилось. Ну ничего, бывает у всех так. Не с первого раза же. Так вот. Теперь нужно вниз опять за столом. Кстати, некоторые это делают специально, потому что некоторым мне нравится, как они обустроились, и специально так. Вот так вот так накидают все, что попало. Ну вот. Ну что ж, вот такие вот комнаты. Сзади нужно опять с подпорой я заработала. Ну ничего, компьютер, пошли за мной. Столик накроет компьютер. Яблоки разлетятся. Подпора постоять, пусть будет тут. Ничего, новенький возьмем. Теперь берем подарки, это будет новогодняя версия. Так, где голова снеговика? Ну чё, я её удалила. Боже. Снеговик тут будет. Ну ничего, снеговика мы удалим. Здесь будет стулья. И подарочки снова. Здесь нигде не спрячешься. А вот. Но тут тоже можно, потому что здесь двойной стол. Еще есть вариант, где спрятаться, только. Ну, еще есть варианты, короче. Сейчас мы найдем подпорку. Такую. Ну, это я просто подпираю. Вот так. Вот что будет, когда что-то произойдет. Вот так вот. Можно здесь поставить гранатку. Ничего, ладно. Гранатку мы уберем. А вот шестереночку поставим. Такие вот. Как раз подпереть могут. Ну ничего, сейчас достанем еще что-нибудь, посмотрим. Вот, например, еще и почему можно спрятать. Коробки тут стоят. Можно просто сделать такое себе укрытие на высоте. Вот такой вот сойдет. Ну. Ну и вы можете делать то, что угодно. А история будет звучать так. Эй, папа, 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 папа. Ну что, сынок, опять ты что-то там наделал? Надо бы разбить. Там какая-то игрушка. Ты, это же роботики. Они тоже могут быть подпоркой. И это уточка. Ничего, бывает. Сейчас столы все улетели, да? Ничего, еще поставим новые, потому что вот это вот на высоте тоже можно построить. Некоторые могут искать, если окно будет высоким. Ну, стульчик, понятно, можно установить.
Ну, вот было два стола, да? Ну, как я помню. Два стола. А подкреплять будет это все. Че? Подарок. 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 Ну, вот такие вот подарочки. И сверху тоже могут быть. Ну. Тоже новогодняя версия. Что с этим не так? Ну, еще бывает. Ну что ж, озвучать это будет так. Мама, мама, мама. Что, сынок? То есть, извини. Да ничего, все. Это я просто припутала. Папа, папа, папа. Ну что, сын? Я прочитала в книге, что, знаете, там к нам приходит человек за окном. Да не ври. Сейчас же ночью никто не приходит. Ну, да. Так, стоп. Надо бы посмотреть по камерам. Если ты меня бы не обманывал, пип, я бы на камерах это бы не увидел. Так что все, я включил. Пип. Да и включайся же. Пип. А, человек за окном. Ой-ой. Сынок, бежим прятаться. Нас срочно нужно удалять. Короче, 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 надо вот, вот тут два стола было, подборка два стола и высокие ящики. Надо быстрее их поставить, пока человек за окном снова не пришел. Ух, как же нам будет не сладко, если этот человек поймает нас. Нет, порно же не было, это же начало. Человек за окном. Присаживайся, блин. Ладно, под одним столом кто-то один должен спрятаться. Ну ничего, это будет типа подманка. Ну а так, мы спрячемся с тобой, я спрячусь наверху. Блин, а у меня есть только один вариант. Ну и какой же? Поставить все столы в один столик. Так вот. Так вот. Так вот. Ну что ж, я буду прятаться тут. Закрыться не получается, вся развалка сейчас будет прятаться, а я не спрячусь, меня убьют. Блин, а... ладно, есть только один выбор. Я буду обманка. Есть обманка, да. И мне нужно обязательно прикрыться, где я прикроюсь, будет ясно. Я снова сделаю такое, но он подумает, что это обманка. Снова подумает, что это обманка. Но я смогу как бы твоему, как бы выбраться вроде как. Пьяна. Надо срочно скипаться. Мой зашивый. Давай-ка, Макс. Макс, так, Макс. Блин, а меня ударяю. Надо поставить три стола. Три стола. Надо сделать подборочку. Три стола. Три стола. Здесь будет стоять. Блин, он не стоит. Ладно.
Надо сделать приборку сверху вниз. Надо сделать. Этот стол перевернуть. Ну и второй поставить. Готово. Теперь мне очень важно найти меня. Вот я. И вот так вот буду висеть. Я иду искать. Человек за окном идет. Человек за окном смотрит. Никого нету. Человек за окном расстроен. Человек за окном стоит и не продолжает свой путь. Человек за окном заглянул под стул. Никого нет. Человек заглянул. Человек за окном заглянул под другой стул. Стул. Никого. Человек за окном идет. Человек за окном нашел кого-то, только он умер. Ладно. Человек за окном видит большую башню. Он перелетает и никого не видит. Человек за окном нашел. И это тоже обманка. Ну, значит, это тоже обманка. Я понял. Все, здесь никого нету. Ну так, потом все удаляете просто или просто выходите. Ну и такой вот у нас был мини-рассказик. Ну как вы поняли, Ка.